Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог года» прошел уже в 6-й раз. Власти района отмечают важность подобных соревнований. Участвующие в них учителя оттачивают свои навыки и обмениваются опытом. Если добавить к этой вашей победе еще и творчество, ваше желание работать на благо учеников, значит, родителей, педагогических коллективов, то, наверное, тогда достигается вот та самая победа, которая приводит специалиста любого уровня к значимым и весомым результатам. Конкурс прошел в 3 этапа. Его участники представили и публично защитили собственные концепции воспитания. Выявление педагогов-психологов, творчески подходящих к работе – одна из целей конкурса. Конечно, приращение личностного и профессионального плана, когда ты в конкурсе участвуешь, они колоссальны. И вот теперь то, что вы нарастили, вы должны обязательно это принести в свои образовательные учреждения. Несмотря на напряжение, участники конкурса смогли насладиться выступлением детских творческих коллективов Одинцовского района. По итогам конкурса из 6 финалистов выбрали 2 победителей. По мнению жюри, Вероника Меситова и Мария Трипуть оказались самыми творческими и талантливыми педагогами-психологами 2016 года.